Всем привет, обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro, версия на 4 гигабайта оперативки и 64 гигабайта встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Что ж, давайте откроем коробку, посмотрим на комплектацию. Смартфон в черном цвете, глобальная версия. Так, тут транспортировочная пленка, на ней вынесена некоторая основная информация, это двойная фронтальная, двойная основная камера, 20 плюс 2 фронтальная и 12 плюс 5 основная камера, 6,26 дюйма дисплей и 4000 мАч батарейка. Дальше, тут у нас чехол, защитная задняя накладка, инструкция. Силиконовая задняя накладка, прозрачная. Чуть позже покажу, как не выглядит устройство. Дальше в комплектации адаптер питания с выходом сверху, адаптер питания на 2 ампера и кабель microUSB для подключения к компьютеру и зарядки. Наушников в комплектации нет, обращаю ваше внимание, если они вам необходимы, их придется докупать отдельно. Смартфон сделан из металла и пластика, основная задняя часть его металлическая и окантовка пластиковая. Тут двойная камера с вспышкой и сканер отпечатков пальцев. На передней части дисплей, двойная фронтальная камера, разговорный динамик и датчики. Слева слот, справа кнопка включения, кнопки регулировки громкости. Сверху джек для наушников, снизу порт microUSB, динамик и микрофон. Так, смотрим чехол. Вот таким вот образом это выглядит. Неплохо. Сам чехол темный, это хорошо, потому что если бы он был просто прозрачный и светлый чехол, он бы быстро выцвел, так он будет дольше сохранять нормальный внешний вид. Окей, давайте откроем слот, посмотрим на размещение карт памяти и microSD карточки. Что это за слот? Оп. Это комбинированный слот, можем использовать устройство на 2 nano-SIM карточки или 1 nano-SIM и microSD карточку для расширения памяти. Закрываем и включим устройство. Пока включается, назову вам габариты. Габариты в высоту 158 мм, ширина 76 мм, толщина 8,26 мм, вес 182 грамма, 4000 мАч батарейка. Включается, не поддерживает батарейка быструю зарядку. Вот по защите есть сканер отпечатка пальца, находится сзади, и разблокировка с помощью лица. Разблокировка по лицу тут тоже есть. Смотрим на операционную систему. Так, модель Redmi Note 6 Pro, 4 оперативки, 64 встроенный, модель MIUI Global, версия MIUI Global 10.2, 10.2.2.0 и Android 8.1.0. Закрываем. По дисплею, дисплей 6,26 дюйма, 2280 на 1080 точек, IPS дисплей. Открываем синтетический тест Geekbench 4, тут процессор Qualcomm Snapdragon 636, 8-ядерный, который работает на такте 61,8 ГГц, видеоускоритель Adreno 509, так, разрешение видим, дисплей PPA, и давайте посмотрим на результаты тестов, вот одноядерный и мультиядерный тест, в сравнении с другими устройствами в одноядерном тесте. И в мультиядерном тесте. Вот где-то тут находится наше устройство. Теперь результат теста видеоускорителя Adreno 509. Также показываю в сравнении, это мощнейший результат. Закрываем Geekbench 4. Переходим к следующему тесту Antutu Benchmark. Так, 116 тысяч в Antutu Benchmark. 116 тысяч рейтинг, пока подгружается, сделаем тест функции, посмотрим, сколько касаний поддерживает тач этого устройства. 10 касаний, хорошо. Так, рейтинг подгрузился, тут показаны топ-50 мощнейших устройств, на топ-50 месте сейчас Note 8 Samsung,
версия на Snapdragon 204 тысячи. Наше устройство чуть меньше, чем в два раза набирает. Antutu Benchmark, поэтому, конечно, никак не попадает в топ-50. Теперь откроем тяжелую игрушку, посмотрим на примере тяжелой игрушки Ankylo. Пошла загрузка, к сожалению, нельзя это пропустить, но ладно. Посмотрим вступительный ролик. Вот, загрузился игровой процесс. Смотрим. Графика на более-менее нормальном уровне, это примерно средний уровень, не самый максимальный, но и не самый минимальный. Вот, работает игра плавно. Это, конечно, не самая требовательная игра, но такие игры будут работать нормально. Самые требовательные я покажу в отдельном видео. Запущу GTA San Andreas, PUBG Mobile. Кому интересна тема игрушек, сможете посмотреть в отдельном видео. Вот с такими игрушками, типа этой, вообще без проблем. Ankylo, Dead Trigger, Asphalt 8, все это будет работать на хорошей графике. С отличной плавностью, с тяжелыми игрушками уже будем смотреть отдельно. Закрываем Ankylo, переходим к следующему тесту. Это тест камеры, основная камера здесь 12+5 мегапикселей, двойная фронтальная камера 20+2 мегапикселей. Теперь я покажу вам пример снимков на основную камеру этого устройства. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!